Так, 28 августа 2023 год. Иду с дежурства. Запишу по свежим следам, пока не забыл, живой анекдот. Анекдот из жизни. Значит, ситуация такая. Хлопец не с нашего подразделения, но просто я дежурю, он рядом служит. Жалуется, говорит, елки-палки. Ну, ему 1,5 года, он еще ни разу в отпуске не был. Я-то хоть в 10 дней был, и вот он периодически начинает ныть, так сказать. Говорит, что ж такое? Ни по семейным обстоятельствам не отпускают, ни так не отпускают. Ни одного дня, говорит. Почему-то. Ну, я обычно мимо ушей это пропускаю, а тут решил поподдакивать ему. И сокрушен вот так вот, как сейчас, киваю головой и говорю, 1,5 года, всю войну, кругом одни мужики, как на зоне. На что он мне отвечает, нет, ну, да, конечно, но есть же и минус. Армейский юмор, елки-палки.